Добрый вечер, уважаемые друзья. Рад вас приветствовать. Спасибо за аванс. Я отработаю. Спасибо. По старой доброй традиции несколько анекдотов на ваш суд. Итак, представьте себе, человек возвращается к себе домой, в деревню, идет по улице. Кромешная тьма, ночь, абсолютно ничего не видно практически. Ужасная погода, снег с дождем, ветер, промозгло, сыро. Он решил сократить путь, пошел через лес. Смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет. Ручку дернул, открылась. Ну, я думаю, сяду, обсохну немножко, согреюсь. Сел, и вдруг машина поехала сама. Медленно так продвигается вперед. Едет машина сама. Вдруг откуда ни возьмись, рука волосатая такая, с такими ногтями желтыми. За руль, и рулит сама рука. Все по стивену кину идет, кошмар вообще. Рулит и пропала, а машина едет. Огоньки уже появились, деревня рядом. Вдруг вот такая морда заглядывает в окно. Ты что тут делаешь? Еду. Прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет. Спасибо. Человек идет по берегу реки, смотрит, на другом берегу сидит какой-то дядя на корточках, черпает воду ладошкой из реки и пьет. Интенсивно, часто так пьет, видно, хорошо вчера посидел. И так он: «Оу! Нельзя пить! Это на меня смотри, это вода отравлена, ее пить нельзя, он же сброс, труба при тебе». Вообще никакого внимания. Я говорю, нельзя эту воду пить, ты ласты склеишь через 5 минут от этой воды, я тебе гарантирую. И он вообще не смотрит. Сюда, эту воду пить нельзя, ты на нее посмотри, ты ее понюхай, это гадость, а не вода. Этот: «Excuse me, what do you say?» Я говорю, двумя руками черпай, побольше давай. Старый дедушка еврей собирает грибы на опушке, что-то напевает себе, все, и вдруг слышит с неба звуки, поднимает голову, утка летит, кто-то сбил. Скончалось. Он: «Очень хорошо, грибочки с уткой». Положил в лукошко, дальше пошел, вдруг выходит охотник откуда-то из кустов. Ну, видно, что долго шел, еще дымится ствол у него, весь в грязке, лягушка торчит с карманом, только вылез. Он говорит: «Гражданин, я умоляю, это я подстрелил. Пожалуйста, отдайте, это я, это мой трофей». Он говорит: «Откуда я знаю, может, у нее инфаркт?» «Нет, это я стрелял, вы слышали выстрел? Извините, что упало, то пропало. Я вас умоляю, пожалуйста, я 3 дня уже охочусь, ребята смеются, первый мой трофей». Он говорит: «Ну ладно, единственное условие, мы сыграем с вами в одну игру, если вы выиграете, ваша утка, нет, тогда она моя». «Я согласен на любую игру, давайте, давайте. Кто кому сильнее пинка даст под зад, того и утка». Странный у вас игр. «Ну я согласен, бейте, вы первый». «Хорошо». Этот разбегается, грибник, как 11-метровый, как дал ему. Тот подлетел 40 сантиметров от земли, упал туда, в траву, орал, как тарзан, разогнал всех животных с леса. Успокоился, говорит: «Ну все, давайте я. Ой, да заберите вашу утку в конце». Спасибо. Дедушка с бабушкой едут на «Жигулях». Их останавливает инспектор ГИБДД. «Инспектор Петров, ваши документы». Бабушка: «Ай! Дед, документы дай, права просит». «Пожалуйста». «Спасибо». «Что же вы нарушаете, там знак был». Бабушка: «Ай! Дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай». «Я просижу». «Хорошо». «В Саратов едете?» «Да». «Сами из Саратова?» «Ну да». «Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни». Бабушка: «Ай! Дед, кажется, он тебя знает». Спасибо.